Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Тристан, мы возвращаемся после долгого перерыва в игру под названием «Сильное звено», у меня тот же вид, но звание «Мудрец». А нет, стоп, у меня было звание «Мудрец», но я уже просто давным-давно не играл. Отсюда, конечно же, амнезия по полную и склероз пошел у меня. Итак, конечно же, мы поиграем с вами несколько каточек в юниор-клубе, потом в следующий раз мы поиграем в профи-клубе, а потом уже, собственно, пойдем на хардкор. То есть на наш что? Правильно, на наш гуру режим. Итак, поехали. Так, значит, кто посоветовал Буратино ходить в школу? Ну, я думаю, Слепчок, да. Какой из этих птиц называют лесной кошкой? Неверный ответ. Понятно. На каком уроке в школе изучать закон сообщающихся сосудов? Это легко. Блин, вот почему именно мне про птиц задают вопросы? А? Верно. Это вообще не очень смешно. Организация монахов и рыцарей. Орден. Да, верно. Да, все. Хорошо поиграли. Смогли положить в банк максимальную сумму. Пришло время определить самое слабое звено. Я себя выбираю, потому что тут очевидно, я единственный сделал ошибку. Игрок номер 3. Самое слабое звено. Тут я даже прощайте. Думаю, что лучше не просматривать то, что написано в статистике, то тут так понятно, что я единственный сделал ошибку. Ну, это понятно. Другой раз. Юниор-клуб еще разок. Не думал, что у меня знания настолько опустятся на днище. Это сильное звено, и мы начинаем. Моих мозговых, скажем так, команда серьезно, три игре. Сергея у нас? Офигеть, вот это да. Поехали. Три Сергея. Время назад мы будем. Верно. Так, я ищу последний. Блин. Ладно. Верно. Блоха. Это точно, я знаю. Да, верно. Да. Правильно. Так, кто у вас крикнул, есть еще порох в пороховнице? Суворов. Нет. Так, понятно, мы с Иваном пока что... Нет. Нет. Так, все началось. Верно. Так, Бендеру. Хрен ты там. Алендулон. Нет. Какой раздел математики изучать простейшие арифметика? Верно. Нет. Новая экономическая политика. Верно. Смут. Да, верно. Конечно. Меценат, получается. Правильно. Банк. Жми банк. Стоп, игра. В этом раунде вы играли не как команда. Говно. Соберитесь. Нажал на банк. Время определить самое слабое. Это слабое. Ну, ребят, это могут зачесть как за то, что не следишь за банком, все, ты вылетаешь из игры. А о чем я и говорю? Игрок номер 4. Опа, я даже если не ошибусь, то что это... Второй игрок, прощайте. Который после Ивана не отвечал на вопросы. Ну и конечно же такой нельзя прощать. Я бы тоже не простил. Так, дед нас 90. Верно. Да. Так. Извозчики. Верно. Сад, который принадлежит южный берег Каспийского моря. Южный? Иран.
Ковалок — это нижняя часть шеи. Досадная ошибка. Хорошо, что не мне достался этот вопрос. Нет. Город в военные годы называли Хлебным, Ташкент. Верно. Да. Кто из этих богов отвечал за состояние дорог в Древней Греции? Гермес. Верно. Если чего, Гагар. Это у нас янтарь. Неверный ответ. Конечно. Верно. Шоп-лифтер. Верно. Даже не говоришь. Да, верно. Авторская. Органическая. Ну тут я не отвечу, стоп, потому игра. Что... В этом раунде вы играли не как команда. Соберитесь. Опять второй раунд, я играю 1 плюс 1 минус. Команду. И тут мне кажется, будет выбирать между Иваном, мной и Константином. Игрок номер 6. Самое слабое. О, уроды. Прощайте. Ну посмотрите, а. Где в игре несколько слабых игроков, но команда решила выбрать тебя. Удача не на твоей стороне. Да ладно. Да ладно, я всего одну ошибочку сделал. Иван вообще за всю игру 3 ошибки допустил. И то ему в этом раунде повезло. Классно. Чё такая у меня фортуна в юниор-клубе неблагосклонна? Да уж, честный Тристан не в моде. Сильное звено, и мы начинаем. Так, Сергей, твое имя, Мастиф, Настя. Команда готова твое к игре. Имя 12. Окей, ну тут мне нужно кто-то из ВК убирать игроков. Окей. Какого из этих животных не было? Нет. Козла не было. Мог изучать функции твоего процесса, потекающих в диалоге. Это. Называется состояние обряд. Да, верно. Смотри. В семинарии. Правильно. Самая большая из северокавказских республик по площади. Совершенно верно. Так. О, нарцисс. Стоп, игра. Вы смогли Серега, прости вам нас, пожалуйста, сумму. Но увы. Это у нас самое слабое звено. Первым сделал ошибку. Игрок номер 1. Самое слабое звено. Прощайте. Раунд 2. Так, поехали. Поехали. Из этих мультипликационных героев совершил кругосветное путешествие. Болгий. Верно. Слон. Верно. Математики. Да, верно. Тележка. Правильно. Что сделано на дороге на Тихоокеанском острове Гуам? Совершенно верно. Правильно. Курятина. Стоп, игра. Вы смогли положить в банк максимальную сумму. Так, ну теперь нужно выбирать из тех игроков, кто думает. Меня нельзя, потому что я был сильным звеном. Твое имя. Да. Игрок номер 3. Самое слабое звено. Прощайте. Раунд 3. Так. Поехали. Изобрел первый киноаппарат. Люмьер. Верно. Конечно. Коричневый. А ты нет, красный. Да, верно. Коричневый. Что с пани называется сиестой? После обеденный отдых, я так понимаю. О, молодец. Верно. Да, после обеденный. Ч
Через сколько лет после отмены крепостного права России был совершен полет Юрия Гагарина? 100. Верно. Какой из этих центров народных художественных промыслов ставит своими подносами? А, жесткого. Неверный ответ. Какая хохлома, хохлома, это вообще по дереву роспись. Во дебил, ну все. Нет. Он вылетает, 100 пудов. Так, для промысла добычи черной икры. Сварюга. Как часто происходит биеннале? Биеннале. Раз в два года. Верно. Да. Где проходит самый долгий карнавал в мире? Да, верно. Другая. В каком году был основан Рим? Правильно. Ну, все. Блин, все. Это был неверный ответ. Стоп, игра. В этом раунде вы играли не как команда. Соберитесь. Кто из вас тянет команду вниз? Братан, ты себя закопал. Это вот ты ответишь на вопрос, а ты бац, всю цепочку. А ему это еще простили, прикиньте. Самое слабое звено. Ему это еще простили. Прощайте. Офигеть. Раунд четвертый. Вот это да. Поехали. Так, благодаря какому поэту Светлана широко Жуковскому. Верно. Конечно. Так, что в японском символизирует макароны, поданы на новогодний стол? Верно. Догореть, конечно. Так, чем раньше занимается третьей профессией, называем пин с потерами? Нет. Галосфера. Нет. Ай, галит, это соль, ёкарный добай, конечно. Верно. Да. Верно. Да, верно. Дай. Два. Верно. Да. А, нет, значит, куница. Верно. Да, верно. Пять серебряный. Похоже. Досадная ошибка. Все понятно. Два. Стоп, игра. В этом раунде вы играли не как команда. Соберитесь. Как хорошо два раунда сыграли, тут бац еще раз. Поражение. Игрок номер 5. Самое слабое звено. Ну какой золотой теленок тут был? Блин, а? Понятно. Выигрыш в этом раунде удвоится. В лосу тропическом. Босса. Верно. Это босса. Так, 112. Астрия. Нет. ЭЦ. Целый Иуда. Верно. Предательство. Сейчас называется созданный... не знаю. Верно. Так, Кёмпорс. Торчил Гамиашвили. Нет. Да. Чем у равен ногу правильного шестиугольника? 120. Верно. Да. Назовите мужика Акелла. Верно. Цикал, блин. Эйнштейн, Альберт. Да, верно. Естественно. Что впервые появилось в армейском манировании? Банк, банк, нажми. Правильно. Банк. Так, нажми банк. Банк. Есть. Стоп, игра. В этом раунде вы играли не как команда. Ну, подумаешь. Соберитесь. Более начиная финальный раунд. Вот бы не пропошиться. Господи, боже мой. Поехали. Поехали. Так, по мировой статистике всего грабители выносят из книжных магазинов классику или Библию. Библию. Да, верно. Отлично. С каким украшением изображена Джоконда на картине? Вот у нее, по-моему, украшений-то и нет. Хотя... Да, нет украшения. Какой танец исполнил Чарли Чаплин? Да, верно. Точек. О, это я знаю. 14. Это был неверный. Все, я выиграл. Кто автор сказки «Девушка и смерть»? Лок. Это был неверный. Это Горький, но все равно. С другой стороны, я победил, ребята. И это... С
самое главное. Совершенно верно. Все. Финал окончен. Сегодня вы самое сильное звено. Выигрыш ваш. Вот и все. Вот так оно быть и должно. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот должна идти любая игра в юниор-клубе со стороны Тристана. Вот. И примерно вспомнили, что из себя представляет данная игра. Не знаю, будем ли мы в нее играть, но я думаю, что да, потому что, ну как иначе, как иначе. Ну что ж, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Это была замечательная игра под названием «Сильное звено». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, также пишите комментарии, с вами какие-то игры, как меня увидеть. Всем большое спасибо, здоровья, будьте счастливы, не болейте, всего доброго, увидимся, пока!